Недавно вышел новый 13-й iPhone. И так всем понятно, что свои поиски нужно начинать с Е-каталога. А для понимания преимущества 13-й модели от ее собрата, 12-го iPhone, есть функция «Сравнить». Как только 13-й iPhone будет в продаже, то нужно будет зайти на Е-каталог, где можно будет без проблем выбрать магазин, в котором можно совершить покупку по максимально выгодной цене. Вот, кстати, наблюдать за ценами в магазинах можно при помощи динамики цен. Присмотритесь к этому гаджету. Ссылка есть в описании, чтобы вы самостоятельно все оценили. И также теперь Е-каталог открыт в Казахстане. Ссылка тоже есть в описании. Приятного просмотра! Блин. О, вот оно! 8 звезд! Джинк! Даруй пламя небес и покрой своей оболочкой их жаром! Мастер зеркал, даруй мне свои силы! Прошу вас, мастер! Помогите нам своей силой! Прошу, отрази этот лазер в демона! Нам нужна ваша помощь, мастер! Проснитесь и помогите нам, прошу!